Я очень извиняюсь за то, что видео не выходили почти 2 месяца. За это время многое изменилось. Ну что же, я заболел. У меня не было времени, и я поломал свой старый микрофон. И это главная причина, почему не выходили ролики. Но ко мне пришел мой новый микрофон BM800. И сейчас я говорю в него. Ну что же, давайте начнем само видео. И всем привет, с вами Бракс. И сегодня мы поиграем в игру под названием Террария. Ну что ж, один игрок, новое, и давайте нажмем случайно, чтобы наш персонаж стал красивым, потому что если бы я его создавал, он бы стал уродливым, ведь это я. Опять случайно. Так, мне кажется, ему... Это будет дедушка. Что? 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 Что очень хорошо было бы. Так, где? Босса. Вот. В избранное его добавим и играть. Ну что ж. Новый мир. Средний, только не эксперт. Пускай будет случайно, чтобы я не знал название мира. Ну что ж, вот мы возродились. И у нас есть набор юного путешественника. Да, это тупо звучит, но это все. Давайте чуть дерево добудем. Стоп! Я что, женщину создал? Все. Все, я теперь знаю, как серию назвать. И теперь строим домик. Ну теперь я с ним тут закрылся. Мне страшно немножко стало, мне только не за себя, а за него. По-моему, я слишком много их создал. Вот вообще, это по-моему только. Так, тут нужно ступеньки сделать будет. Этим я займусь после стенок. А еще в каждом хорошеньком домике должен быть факел. Хотя это ни хрена не хорошенький домик. Все, живи тут. Все, у меня первый житель в моем отеле. А еще у меня собачка есть домашняя. И даже стеночку сейчас построю. Пока она не спаунится тут. Здесь. С факелом. Что же дальше делать? По-моему, дальше делать нечего, кроме как в шахту идти, но... Но все равно я пошел в шахту. Вот это поворот! Как раз логика. Нужно сундук сделать, наверное. Мне не хватит на сундук, так как у меня железа нет. Ну ладно, никого не волнует. И сделаю деревянную броню. Мне еще один верстак не нужен, на самом деле. Пускай тут постоит деревянный нагрудник, деревянный шлем, деревянная удочка, деревянный меч, который почему-то мощнее. Ну ладно. Лук, на который у меня стрелы нету. Ну, я теперь просто беру и... Прям в самый раз. Идеально. А это тут поубивал уже. Многие. Чё, пацан? Чё ты? Гель, линза. Я идиот, который даже броню еще не одевал. Конечно, деревянный, но не одевал. Блин, это же бородатая женщина. Идиот. Антиспаун. Пойду копать. Ой, копать. Пойду ходить, бродить по миру. Путешествовать, короче говоря.
Серьезно, вот как я пойду в шахту. Да ну нахрен вас. Мне кажется, или это плохая затея? Это очень плохая затея. Или хорошая? Или очень хорошая? Опа-на. Так-так. Опа-на. Еще один сундук, кстати. Да, у меня все это время тут труда было. Так мне печку надо. И теперь берем. И всего переплавляем. Так. Так, древесину себе. Все вот это. Все. Не себе беру. И теперь у нас почти идеально чистый инвентарь. Вот, вот так вот. Все идеально. Ну что ж, а с вами был Бракс. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пожалуйста. Пишите комментарии к этому видео. И всем удачи, и всем пока. Еще эта бородатая женщина. Она странная.